Ізраїль знищив тунелі Хамасу, в яких виробляли зброю. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. За заявою Цахалу, ліквідовано і старшого інженера палестинської терористичної групи Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю для Хамас, зокрема безпілотники. А ще, цитую, обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході. А от чи активізувалися ці групи і яка загалом оперативна ситуація в Ізраїлі? Про це ми поговоримо із Цві Зільбером, ізраїльським журналістом. Я вас вітаю в ефірі телемарафону, пане Цві. Вітаю, шабат шалом і слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, будь ласка, що відбувається станом на зараз в Ізраїлі? І, власне, мабуть, головне питання, яке цікавить усіх, коли можна очікувати, на вашу думку, початку наземної операції проти Хамасу? Вчора ми узнали о том, що було освобождено дві заложниці, мать і дочь, Джудіт і Наталі Раанан. Во-первых, это было совершенно неожиданно. Я не верил, что Хамас пойдет на такие шаги. Но сегодня задним числом я могу понять, что это, в принципе, было очень логично с их стороны. Во-первых, сделать такой жест в отношении Катара, который помогает Хамасу уже очень много лет. Но, во-вторых, начать уже, вот, скажем так, расформировать эту израильскую концепцию наземной операции. Понимаете? Израиль стоит сегодня перед страшным выбором, страшным выбором. Я не завидую нашему правительству и нашему премьер-министру. По всем соображениям безопасности, внешней политики, внутренней политики, каким угодно. Конечно, с властью Хамаса пора кончать. Конечно, с властью Хамаса невозможно закончить без наземной операции. С воздуха Хамас не победить. Это должны пехотинцы прийти и взломать этот бункер последний, вытащить их оттуда за шкирку главарей Хамаса и кого ликвидировать, если будут сопротивляться, кого отдать под суд. И закончить эту войну флагом над Рейхстагом, что называется. Но есть в этой комнате гигантский слон, мамонт, я не знаю, бронтозавр. Это заложники. И никто в Израиле, ну, те, кто говорят вам, что наземная операция неизбежна, они, ну, не совсем правильно оценивают ситуацию. Этот бронтозавр, он огромный, он больше, чем все государство Израиль. И для того, чтобы начать наземную операцию, израильское правительство должно принять страшное решение. То есть, если мы начинаем наземную операцию, то с очень большой вероятностью мы этих заложников теряем. Это 200 человек. Ну вот двух женщин освободили, да, возможно, еще удастся освободить несколько человек. И это 200 семей. Это для Израиля совершенно нетерпимый ущерб. И я не знаю, я не могу себе представить, что правительство на такой шаг решится. Хотя, возможно, вероятно, часть народа Израиля это поддержит. Потому что если мы будем договариваться с террористами, в конечном итоге мы заплатим гораздо большую цену. Но сегодня, фактически, начав наземное наступление, мы подписываем этим людям смертный приговор. Поэтому я не могу вам сказать с большой уверенностью, что наземное наступление вот-вот начнется. И дело не в том, что Байден не разрешает или в том, что облачная погода. Это все такие предположения разных диванных аналитиков или просто стремление скрыть тему заложников, потому что, ну, нам все время говорят, поменьше об этом болтайте. Это чем меньше болтать, тем лучше для освобождения заложников. Но надо понимать, что освобождение заложников не произойдет в результате блестящей, блистательной, молниеносной операции спецназа. История показывает, что никогда Израиль заложников из Газы не доставал. Никогда. Этого не было. На западном берегу находили всех. Освобождали живыми, мертвыми, освобождали. А в Газе никогда не было такой истории. Там под Газой находятся подземные тоннели, так называемое метро, длиной 500 километров. Эти заложники будут там, скорее всего, расформированы по самым разным частям. Они их будут держать по группками по 2-3 человека. И понятно, что даже если какую-то одну операцию Израиль проведет, неся потери, и спасет 2-3 человек, то проблему, общую проблему это никак не решит. Даже если будут помогать американцам,
американские морпехи, даже прибудут там, Германия посылает какой-то свой спецназ. Израиль и сам справится, у нас очень хороший спецназ, который прекрасно знает сектор Газа. Поэтому наземная операция пока еще, я думаю, не начнется, особенно после того, как освободили двух заложниц. Хамас так дал нам попробовать это сладкое ощущение свободы заложников, и это действительно для Израиля такой вздох облегчения, хотя бы две жизни мы спасли. Вот. И я не думаю, что в ближайшее время мы увидим начало наземной операции, потому что, ну, раз это сдвинулось с мертвой точки, то будем продолжать в этом направлении. И надо понимать еще, что это не то, что вот, как многие себе представляют, вот я вижу в социальных сетях, люди просто бредят, что вот мы сейчас быстренько поменяем заложников, а потом уже начнем военную операцию. Хамас не идиоты. И если мы поменяем заложников, ну, всех на всех, то есть мы должны будем выпустить 10 тысяч головорезов с кровью на руках, 10 тысяч террористов, которые ничего в жизни не умеют, кроме как убивать. И, ну, куда они все, куда пойдет сейчас 10 тысяч мужиков, да, сторожить автостоянки, вряд ли они пойдут. Вот. Ну и помимо этого, конечно же, Хамас потребует гарантии личной безопасности, прекращения ликвидации, прекращения военных действий, возвращения к статусу кво, даст какие-то нам гарантии тоже, там, что там 2-3 года они не будут нападать. Там у нас уже были с ними такие и Худна, и Тахадия, и всякие другие там слова из Корана они для этого находят, которые обозначают временное перемирие с неверными для того, чтобы набраться сил и снова на них напасть. Поэтому ситуация такая довольно тупиковая, и я не знаю, я не хотел бы оказаться сейчас на месте тех, кто принимает решение. Ну, до речі, звільняючи цих двох заручників, про яких ви сказали, хамасівці, вони, по суті, сказали, що це відповідь Джо Байдену на його промову нещодавню, що вони не такі вже й терористи, як він каже. Він, до речі, в своїй цій промові також сказав, що напад Хамасу на Ізраїль і напад Росії на Україну, що вони мають спільні мотиви. В Кремлі, до речі, обурилися такому порівнянню з Хамасом. Вчора Пісков реагував. Про те, що Росія і Хамас схожі, і Урсула фон дер Ляєн, до речі, згадувала. На вашу думку, такі порівняння є коректними? Ну да. Я напомню вам ще то, що заявив президент Володимир Зеленський з самого початку, що Ізраїль має діло з терористичною організацією, а Україна з терористичним государством. Абсолютно з ним согласен. Я в этом контексте, знаете, что хочу отметить? Я в последнее время все больше и больше над этим думаю. Вот 24 февраля 2022 года мир изменился. И те, кто поняли это сразу, они сегодня адекватно оценивают ситуацию. Израильское экспертное сообщество, ну, по всей видимости, они посчитали, что это где-то там далеко, это Европа, это от нас тысячи километров, но какое это имеет к нам отношение? И оставались своей вот этой старой парадигме. Сегодня все те же генералы отставные, которые раньше появлялись во всех телевизионных студиях Израиля и с таким авторитетным видом рассказывали нам, что Хамас уже не тот, Хамас заматерел, им сейчас интересно развивать экономику, они хотят улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, они хотят рабочие места, мы будем им разрешать работать в Израиле и так далее, что они сейчас вовсе не настроены на эскалацию. И посмотрите, у нас было сейчас два столкновения с исламским джихадом, Хамас не вступил в войну, и поэтому вот от Хамаса, с Хамасом можно поддерживать какой-то статус-кво и какое-то перемирие негласное и, собственно, строить на этом нашу безопасность. Хамас напуган, Хамас понимает последствия своих враждебных действий и так далее, и так далее. Сегодня те же самые генералы в тех же самых телестудиях объясняют: о боже, как мы ошибались, как мы ошибались, как мы прошляпили, как мы просмотрели. Ну вот потому и просмотрели, что мир изменился, а экспертное сообщество осталось на прежнем уровне, что вот, дескать, есть мир, и вот Россия – это важный игрок, и вот это вот все, и что Россия якобы заинтересована в сохранении мира и в поддержании мирового порядка, и Россия, с которой можно что-то там договариваться. Вот в этой парадигме они находились, поэтому и не было сдвигов в сторону
Украины, я имею в виду поставки вооружений, да, не было этих сдвигов. Я надеюсь, что сейчас они сделают работу над ошибками, потому что все наши войны связаны. Это все часть Третьей мировой войны, которая идет. Где-то в горячей форме, вот в Украине в горячей форме, в Израиле теперь тоже в горячей форме, в других местах в холодной форме. Вот в Карабахе это быстро прошло, и, слава богу, не очень большой кровью. Дальше на очереди, я не знаю, что Северная и Южная Корея, Тайвань, в Африке там много какие конфликты можно расковырять. Но ведь если подается такой сигнал, что международное право – это условности, что если у вас есть какие-то исторические основания претендовать на какую-то территорию, и если у вас есть справедливые чаяния, и если у вас есть вот вся вот это, если вы опасаетесь, что на вас нападают, поэтому вы нападаете первым, как это российская пропаганда сказала, превентивный контрудар. Вот если вы считаете, что вы должны нанести по ком-то превентивный контрудар, то вот все это сейчас начинается, все это сейчас начнется. И, конечно, иранцы чувствуют себя сегодня очень крутыми, гораздо круче, чем до начала вторжения. И Хамас чувствует такой селфи-стим, и он действительно делал расчет с самого начала, что он подожжет конфликт на всем Ближнем Востоке, сейчас восстанут арабские граждане Израиля, или восстанут палестинцы на Западном берегу, и все эти шиитские милиции придут на помощь из Сирии, из Йемена и так далее, и так далее, и что и Хизбалла, и что совместными усилиями со всех сторон они уничтожат Израиль. Ну, вот нам надо сейчас уничтожить в них эту иллюзию, чтобы не оставалось в них иллюзии, что они могут уничтожить Израиль военным путем. Никогда. Но, опять же, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Есть заложники, и это кандалы, которые связывают Израиль по рукам и ногам. Не какие-то там причитания Евросоюза о несчастных жителях Газы, а именно это то, что связывает сегодня Израиль по рукам и ногам. І на цьому фоні ми бачимо, по суті, по-перше, і безпомічність ООН, як і випадку, власне, з Україною, так і випадку зараз з Ізраїлем, і якусь таку дивну реакцію, наприклад, Німеччини, США, коли з одного боку приїжджає Шольц, щоб підтримати, з іншого боку вони там закликають не перевищувати межі самооборони, або там Трамп виступає з якимись такими дивними заявами. А як думаєте, це якась спрямована пропаганда у світі ведеться? Це кимось фінансується, це якийсь централізований процес на підтримку, так би мовити, Хамасу, всі ці мітинги антиізраїльські по світу? Ну, мы с этим сталкиваемся уже далеко не первый раз, но я не знаю, обсуждать Организацию Объединенных Наций я просто не вижу смысла. Эта организация лишилась своей сути, своего содержания тоже, кстати, 24 февраля. Она просто не имеет никакого смысла, потому что главная страна-агрессор, которая попрала все нормы международного права, страна, на которой должен зиждеться мировой порядок, да, и постоянный член Совета Безопасности, она не только попрала все законы международного права, но еще и всем угрожает ядерным оружием, в том числе неядерной стране Украине. Да, ну о чем тут дальше говорить? Ну, Израиль раньше не особо обращал внимание на поведение ООН, и поэтому всегда Израиль от этого защищали Соединенные Штаты Америки своим правом вето. Вот, поэтому, ну, сегодня обращать какое-то внимание. Ну, вы помните хоть одну проблему, которую решила ООН? Ну, я что-то на моей памяти нет. ООН составляет какую-то бумажку, которая бы устраивала все стороны. И учитывая нынешнюю конфронтацию, ну, что может быть в бумажке, которая должна устроить Россию, США, Китай, Великобританию и еще и арабские страны? Ну, слушайте, это бред. Это будут какие-то общие фразы, совершенно необязательные. Ну, или еще один, значит, еще один видочка втирательства. Это принимается резолюция, которая призывает Израиль сделать то-то, а Хамас призывает сделать то-то. Ну, Хамас не член ООН. Хамас, конечно же, эту бумажку просто игнорирует. А Израиль, если он эту резолюцию принимает, то, соответственно, он должен свои обязательства выполнять. Да, например, Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, а Хамас должен немедленно отпустить заложников. Да, в результате такой замечательной резолюции, да, Израиль
Израиль так. должен прекратить огонь, а Хамас, значит, соответственно, никаких заложников не отпускает. Ну, пане Цвій, я, в принципі, вас зрозумів, але, на жаль, змушений перервати цю розмову, хоча вас дуже цікаво слухати. Просто у нас завершився ефірний час. Я сподіваюся, ми ще поговоримо наступним разом. Дякую вам дуже. Я нагадаю про війну в Ізраїлі. Ми говорили з місцевим журналістом ізраїльським Цвій Зільбером. Тож, ще раз вам дякую.